Всем привет! Многие, наверное, помнят, что в последнем ролике я показывал, у меня есть еще два конверта, которые я недавно получил. Один конверт это от Светланы, второй от Андрея, канала Coins and Banknotes из Германии. Итак, давайте, наверное, раскроем сначала конверт от Светланы, посмотрим, что Светлана прислала в этом конверте, а потом посмотрим, что прислал Андрей. Итак, поехали! Итак, распаковала я конверт. Внутри находилась вот эта замечательная монета. Это у нас 50 центов 2006 года Сан-Франциско. Монета в качестве пруф. Многие, наверное, помнят, что недавно мне дарил годовой набор Денис с канала DK Collection, в котором не хватало именно этой монеты. И вот Светлана подарила ее мне. Светлана, спасибо вам большое, очень приятно, прям вообще супер. Сейчас я его как раз вставлю на место и вам покажу. Та-дам! И вот, теперь у меня есть полный годовой набор монет монетного двора Сан-Франциско в качестве пруф 2006 года. Светлана, спасибо вам большое за то, что дополнили недостающей монетой набор. Денис, спасибо тебе большое за набор. Просто супер, 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 супер гуд. Я, конечно же, в восторге. Так, вот такой вот у нас теперь полный набор 2006 года. Давайте теперь посмотрим, что еще Светлана прислала. Как вы догадались, здесь будут находиться банкноты. Так, первая банкнота, это у нас 2 доллара 2009 года серия, шестерочка. Это у нас Атланта. Супер. Так, следующая банкнота. У нас также номиналом 2 доллара серия 2003 года. Это у нас девяточка. Миннеаполис. Замечательно. Так, и еще одна банкнота номиналом 5 долларов серия 2017 года, буковка А. Это у нас 11, Даллас. Прямо вы мне замечательно пополнили коллекцию банкнот долларов. Надо как-нибудь сделать обзор, показать, какие доллары есть у меня на данный момент. А также Светлана недавно ходила в банк. Оказалось, что у нее в банке продают фунты Великобритании по номиналу. И я попросил для меня приобрести данные банкноты. Смотрите, это у нас пятерочка. Такая. У меня она, конечно, есть, но, правда, в плачевном состоянии. И я вот взял в идеальнейшем. Просто супер. Так. И вот десяточка. Замечательно. Светлана, спасибо вам большое. Спасибо за то, что не забываете. Вы действительно очень внимательно смотрите, что мне нужно. К примеру, иногда вот подбираете прям все четко, как говорится, все по полочкам. Спасибо вам большое. Друзья, я оставлю ссылочку на канал Светланы в описании под этим роликом. Заходите, подписывайтесь. У Светланы замечательный канал. Подпишитесь, если будете дружить. Будет просто супер. Итак, давайте теперь посмотрим, что же прислал Андрей. Так, давайте сейчас я это все уберу. Достану конверт Андрея. И посмотрим, что же прислал Андрей. Светлана, какой-то лайк вам. Тыбищ! Итак, распаковала я конверт. Внутри находились для меня монеты. Также приз, который Андрей анонсировал, конкурс. А также подарок. Так, с чего бы начать? Давайте я начну сначала с монет, которые для меня. Первая монета, это у нас
унция серебра, серебряная монета, остров Святой Елены, недавно вышла новая серия монет, гармония победы, или победа в гармонии, шикарнейшая, конечно, монетка, просто супер. Мы совместно с Андреем заказали эти монетки. Вот, Андрей прислал ее для меня. Также Андрей прислал для меня небольшой подарок. Это у нас монета, посвящена окончанию Второй мировой войны. 1/10 тройской унции, серебряная монетка. Смотрите, тираж ее всего лишь 15 тысяч штук. Это очень мало. First Mint, Австралия. Супер. Андрей, спасибо тебе большое. Очень приятно. Так, давайте перейдем, наверное, к призу, который Андрей анонсировал на своем канале. Это у нас перчатки фирмы Маяк. Так, банкноты. Так, это у нас 5 марок. Суперская банкнота просто. Вообще бомба. Я, наверное, тоже буду участвовать в конкурсе. Вдруг мне повезет. Так. 1 фунт. Гибралтар. Тоже суперская банкнота. Следующая банкнота Венесуэла. 10 боливаров. Смотрите, на этой банкноте в гербе лошадь скачет в правую сторону. К тем банкнотам, к которым мы привыкли, которые сейчас с огромными номиналами, там лошадь скачет в левую сторону. Ну, такой небольшой интересный факт. Так, следующая банкнота. Это у нас идет 5 найра, Нигерия. Следующая. 200 сум. Узбекистан. И 1000 риэлс. Камбоджа. Такая огромная банкнота. Огромная, красивая банкнота. Так. Также в этот приз идут вот эти монеты. Сейчас я вам их покажу поближе. Первая монета, это у нас 2 евроцента, Германия, 2021 года. Так, где тут фокусировка? Смотрите, совсем новиночка. Просто огонь. Так. Также 2 евроцента 2020 года. Вообще, эти мелкие монеты скоро выйдут из оборота. И это будут достаточно редкие монетки. Так. 1 евроцент, Германия, 2020 года, Берлин, буковка А. Так, следующая монета номиналом 5 евроцентов, Германия, 2020 года. Так, 10 евроцентов, 2020 года. 20 центов 2021 года. Смотрите, новинка совсем. Так. 20 года. Так. 50 евроцентов 2002 года. Следующая монета у нас, это идет уже номиналом 1 евро 2004 года. Так, из регулярного чекана это у нас идет еще 2020 года 2 евро. И переходим к памятным монеткам. Так, это у нас 2020 года 1. Так, здесь у нас идет падение на колени перед Варшавой, по-моему. Так называется монета 2020 года. И падение Берлинской стены 2019 года. Монета.
просто шикарнейший приз. Так, и вот последняя монета. Это у нас 5 марок 1974 года. Такая супер просто. Иммануэль Кант. Шикарная, конечно, монета. Я однозначно буду участвовать в конкурсе. Тоже хочу выиграть этот приз. Итак, давайте перейдем все-таки к правилам. Правила, как всегда, очень простые. В описании будет ссылочка, по которой надо пройти, подписаться на канал Андрея, оставить один комментарий, участвуй в страна вашего проживания и выиграть данный приз. В ближайшее время я подведу итоги. Если вы уже писали, участвовали, то вам делать ничего не надо. Так что участвует только один комментарий. Так, чуть было не забыл. Здесь вот лежит еще такая интересная банкнота номиналом 5 евро 2013 года, а также 10 евро. И вот такие вот перчаточки. Это Андрей сделал небольшой подарок для Димы, канал Димон, 63 монета. Дима, в ближайшее время я тебе это отправлю. Поздравляю. Все, спасибо всем за внимание. Желаю всем удачи. Ссылочки все на все каналы в описании под этим роликом. Заходите, подписывайтесь на всех. А также участвуйте в конкурсе у Андрея. Все, всем пока и удачи.